все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней много сказано, но самыми убедительными документами я считаю фронтовые письма солдат, видевших войну своими глазами. А свидетелями подвига солдат являются их награды, бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению. Они являются данью памяти нашим дедам и прадедам. Мы обязаны по крупицам собирать правду о войне, о тяжелой работе, которую во все времена наши защитники называли обыкновенным делом, которое должны добросовестно выполнять. Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но все-таки знать о ней надо. В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта страшная война. И чтобы она не повторилась, чтобы не плакали мамы, помните, какой ценой досталась победа. Берегите мир, берегите память.